Добро пожаловать на Грундфос. Производство насосов для инженерных систем зданий. Добро пожаловать на производство Grundfos в Венгрии. Это производство было основано в 1999 году, запущено в августе 2000 года. Сейчас у нас здесь две современные фабрики, каждая площадью примерно 40 тысяч квадратных метров. Здесь мы производим электродвигатели, а также моноблочные насосы NV и насосы Inline TP. На сегодняшний день у нас 600 сотрудников, занятых в производстве, логистике, технической поддержке, службе по работе с клиентами и в администрации. На современном оборудовании мы производим электродвигатели переменного тока типа размеров от 72 до 260 классов EFF 1 и 2 по европейской классификации энергоэффективности. Кроме того, мы производим управляющие модули, которые интегрируются при сборке в насосы. В общей сложности мы производим 750 000 изделий каждый год. Наши главные приоритеты – это качество продукции и сроки поставки. Для обеспечения качества и эффективности производства мы постоянно инвестируем в новейшие технологические процессы. Например, полностью автоматизированные системы намотки и металлообработки. Производство насосов ТП и НБ. Добро пожаловать на завод по производству насосов Grundfos в Венгрии. Мы завершили строительство зданий осенью 2001 года и с нуля организовали производство. Новейшее оборудование, новая организация производства. Основная специализация этого завода – изготовление больших чугунных насосов Grundfos. Здесь работает около 115 сотрудников, что составляет примерно треть от планируемого штата при выходе завода на полную производственную мощность. Мы производим насосы ТП и НБ. Все чугунные детали проходят процесс травления для обеспечения высокого качества поверхности. Качество конечной продукции зависит не только от проработанной конструкции изделия, но и от концепции производства. Все основные операции проводятся под одной крышей. Таким образом, достигается качество конечной продукции. Все насосы испытываются, и результаты испытаний сохраняются в базе данных. Так мы можем проконтролировать качество произведенных насосов. Испытательный стенд для мощности до 630 кВт. Вся система логистики Grundfos в Европе была настроена под этот завод.
Добро пожаловать на производство Grundfos в Вальштедте. Этот завод был основан в 1960 году как первое производство Grundfos за пределами Дании. Сейчас мы производим примерно 400 тысяч насосов в год. Здесь работает около 700 человек, 520 на производстве и 180 в логистике и в управлении планированием. Наша основная продукция — большие циркуляционные насосы, станции повышения давления, малые насосы ТП, а также ЦХИ. Производство больших насосов УП характеризуется большой степенью автоматизации. Мы очень внимательно подходим к обеспечению высокой надежности и высоких эксплуатационных характеристик насосов для наших клиентов. Второй очень важный продукт завода в Вальштедте — станции повышения давления. Здесь мы более сфокусированы на решениях под конкретную задачу в соответствии с потребностями наших клиентов. В центре всей нашей деятельности стоит потребитель. Мы предлагаем ему отличную продукцию, в частности, большие цели. Циркуляционные насосы, установки повышения давления, малые насосы ТП и отличный сервис. Производство станции повышения давления. Вы находитесь в инжиниринговом центре установок повышения давления. В соответствии с нашим видением, все, что мы делаем, ориентировано на клиента. Это означает, что мы способны обеспечить кратчайшие сроки поставки. Мы также способны проявить гибкость в решении нестандартных задач в случае особых требований, предъявляемых клиентами. С прошлого года мы расширили производство на 1000 изделий в год. Это означает, что в следующем году мы сможем произвести 5000 изделий здесь, в Вальштедте. Для стандартных продуктов нами налажена очень простая процедура размещения и исполнения заказов, что обеспечивает кратчайшие сроки поставки. В случае особых требований, в процесс вовлекаются наши инженеры и планировщики специальных заказов. Говоря об инжиниринговом центре установок повышения давления, мы подразумеваем гибкость, кратчайшие сроки поставок, компетентные технические решения в обеспечении преимуществ для клиентов. Производство насосов «Магна». Здесь, на заводе Grundfos в Вальштедте, мы производим ежегодно более 230 тысяч больших насосов УП. 40 тысяч из них — новейшие интеллектуальные насосы Magna с частотным регулированием. Насосы покрываются нетоксичной краской на водяной основе с последующей воздушной сушкой в специальных шкафах. Все операции проводятся роботами. Валы с роторами намагничиваются непосредственно перед сборкой всего насоса. Мы используем технологию ротора с постоянным магнитом, что обеспечивает высокий КПД насоса.
испытания насосов Magna. Наконец, все изделия, изготовленные за рабочий день, проходят 24-часовые стендовые испытания. Это дает нам уверенность и подтверждение высокого качества нашей продукции. С нашего склада терминала мы поставляем насосы практически по всему миру. Grundfos. Производство насосов для инженерных систем зданий.